Не устану я вам повторять, дорогие мои, что покупая в компании «Электромотор», вы не только экономите свое время и деньги, а также получаете отличный качественный товар. Поэтому я не буду вам долго рассказывать, я просто пойду вам и покажу, что же такое макитовские насосы PF1100 и PF0610. Итак, рассмотрим погружной дренажный насос Makita PF1100. Несмотря на свои скромные габариты, этот насос рассчитан на достаточно интенсивную работу, так как способен перекачать до 15 тысяч литров жидкости. А благодаря наличию поплавкового выключателя, этот агрегат может работать в автоматическом режиме. А также, что это означает? Когда уровень жидкости понижается до определенной метки, насос автоматически отключается и не работает сухую. Погружной дренажный насос Makita PF1100 предназначен для закачки чистой либо слабо загрязненной воды, где частицы мусора не должны превышать свыше 5 мм. При этом температура воды должна быть не больше 30 градусов. Этот дренажный насос может размещаться на глубину до 5 метров. Поскольку всасывающие отверстия расположены в его нижней части, то минимальный уровень откачиваемой жидкости может составлять всего 25 мм. Дальность отвода воды с учетом подъема 9 метров по горизонтали может достигать 90 метров. Сам корпус насоса выполнен из прочной нержавеющей стали, а 10-метровый кабель надежно защищен прочной резиновой оболочкой. Поэтому, если вам нужен надежный и эффективный и качественный насос для откачки воды из бассейна и из подвальных помещений, вы смелостью можете покупать Makita PF1100.